Оперативно выездом бригад служб спасения, дежурными бригадами коммунальных служб, районами деревья были оперативно распилены и фактически все убраны. То есть ситуация находится под контролем. Дожди у нас будут еще продолжаться сегодня-завтра. Возможны порывы ветра сегодня еще до 20 метров в секунду, завтра уже чуть поменьше. Ну, соответственно, сегодня дожди, грозы. Местами сильная. Завтра поменьше уже дождей, к среде будет более-менее благоприятная ситуация. Но мы службы держим все также в готовности.